Во-первых, скажем так, с проходом в раунд плей-офф, с проходом как минимум в группу Лиги Конференции, как вообще ощущение от того, что вот она, Еврокубковая осень? Да, после игры такое двоякое ощущение, очень устали все в раздевалке особой. Была радость, но такая сдержанная, потому что эмоций уже нет, отдали все силы, потому что было очень тяжело. И не знаю, с чем связано, с погодой, с полем, с состоянием, с психологическим состоянием, наверное, я думаю, в первую очередь, потому что результат давлел, и это, в принципе, ощущалось по ходу игры. Но самый главный результат. Сейчас чуть-чуть надо переварить то, что сделали, и готовиться к следующему матчу. Насколько соперник оказался, можно сказать, удивил во втором матче? Да, в принципе, ничем не удивил. Я думаю, что мы сами себя удивили в первую очередь, потому что здесь нужно в своей игре разбираться. Но как бы здесь не то, что разбираться. Здесь самое главное, матч раунд состоит из двух матчей. Мы прошли, это самое главное. И будем готовиться просто к следующей игре. Ты один из тех, кто проходил групповой этап с Динамо в Лиге Европы 9 лет назад. Я вот прям сел только и прям вот ностальгию словил, то, что 9 лет назад был в команде, играл в группе, пришел в команду и опять в группе. Ну, другой немножко турнир, пока еще конференции как минимум, но хотелось бы, да, уже залезть в Лигу Европы, почему нет? Можно пока, скажем так, синица в руках у нас уже есть, как говорит главный тренер, сейчас будем ловить журавля. Я на Гибралтар, одна из самых экзотических стран, где мы побывали, как тебе вообще в целом? Ну, с окна микроавтобуса, в принципе, что можно было увидеть, туда красиво, интересно, но пытались немножко абстрагироваться от того, что видим, чтобы не было вот этой вот отпускного какого-то настроения, потому что понимали, что будет игра очень тяжелая, видели их игры дома, здесь они никого легко не отпускают, и мы это понимали. Так что здесь, в принципе, настраивались, и сейчас можно выдохнуть и глянуть получше на море, что здесь, на океан, не знаю. Впереди Андерлехт. Насколько вообще психологически вы понимаете, насколько непростая команда? Ну, конечно, если плавно переходим с Линкольна на Андерлехт, то это немножко, наверное, другие планеты. Но с Лугорцем мы играли тоже лучше, чем с Линкольном. Так что здесь, наверное, я же говорю, что здесь, в принципе, надо играть раунд. Потому что раунд состоит из двух игр. Нужно просто к ним подходить и, наверное, будем, наверное, немножко в другой футбол играть. Да всем, на самом деле, кто искренне нас поддерживал. И спасибо всем, кто положительные флюиды нам посылал, потому что они нам сегодня были очень нужны. Было понятно, что тяжело, может, какое-то легкое разочарование есть от того, что не выиграли, но самое главное, мы прошли дальше, это самое главное. То, что здесь, в принципе, расстраиваться от того, что проиграли, наверное, сейчас пока нету чего. Главное, мы прошли в следующий раунд. Спасибо всем. Как минимум, твоя первая группа Лиги Конференции, как минимум, подчеркиваю. Как вообще уже осознал, что сделал? Ну, честно, пока не до конца осознаешь. Все-таки еще не улеглись эмоции после матча. Такой сумбур, очень волнительно было, сильно переживали все, очень хотели. Давно не было в Еврокубках белорусских клубов, Динамо так тем более давно не выходило. Очень ответственный матч был, очень большое напряжение, поэтому сейчас спокойненько эмоции улягутся и будем осознавать потихоньку. Как психологически дался себе этот матч? Такой непростой, может, который качели не стали? Начнем с того, что жара была очень сильная. Я выходил на разминку в термо, тяжело было очень. Я вообще не представлял, как ребята в поле бегают, я-то спокойненько там подвигался. Но психологически как-то старался абстрагироваться от того, что это выход за группу. Белорусские клубы давно не это, слишком большая ответственность. Я старался как-то от этого абстрагироваться и просто настроиться на этот матч. Один матч нужно сыграть и все, ну, в максимум. Насколько в целом доволен собой и по Еврокубкам, и, может быть, по сегодняшней игре? Ну, еще будем смотреть, Еврокубки же еще не закончились, но этот матч можно, конечно, лучше выжимать, если проигрываем матч, именно конкретно матч проигрываем, то нужно искать обязательно ошибки и в себе, но можно было и лучше сыграть, если победили на ноль, то сказал бы хорошо, а так есть куда расти, есть над чем работать. Чуть-чуть абстрагируемся от футбола, посмотрел ли Гибралтар? Честно, вообще хотелось пройти, очень красиво, мне вообще нравится здесь, топ, вообще очень красиво. Столько много мест разных посмотреть, на море, на виды там. Но прям так погулять особо не удалось, потому что перед матчем не хотелось никуда идти, жара. Сидел в гостиничном номере, просто отдыхал. Сейчас вот думаю вечерком прогуляться, посмотреть так побольше. Но очень красиво, скажу точно, вообще топ.